Ну, боролись до конца, в принципе, понимали, что будет сложная игра. Вот, готовились. Ну, получилось, конечно, наверное, не очень, тяжелая была чуть-чуть, как бы. Ну, а так, в целом, было все неплохо. В первом круге крупно одолели Зорку БДУ на выезде, а сейчас буквально вырвали нужный результат дома. В чем основное различие между матчами? Ну, соперник тоже к нам готовился, было видно, что бились. Не уступали нигде, ни на каждой половине, ни в каждой зоне, как бы, вот. Было чуть-чуть, конечно, тяжело, но впереди чуть-чуть, правда, не хватало, то штанга, то мимо, чуть-чуть не было завершений. Последние недели команда играет в весьма плотном графике. Чувствуешь ли ты накопление усталости как физической, так и психологической? Больше, наверное, чувствуется психологическое, чем физическое. Все-таки физическое больше готово, а психологически не хватает чуть больше выходных отдыха. А так, в принципе, нормально. Нет.